Здравствуйте, уважаемые подписчики. Я приветствую вас на канале Волоха. Вчера вечером я ездил на рыбалку и поймал замечательного судачка. Вот такого. И сегодня я хочу запечь его с овощами в духовке. Как это будет все происходить, вы вместе со мной сейчас все увидите. Для этого блюда нам сегодня понадобится свежий пойманный судак, болгарский перец, желательно трех цветов, чтобы красиво смотрелось, репчатый лук, цукини, стебель сельдерея, шампиньоны, чеснок, помидорки черри, специи, соль, перец, сухой орегано, сухой базилик, также соус сладкий чили, немного соевого соуса, и для заправки мы будем взбивать чеснок, делать чесночное масло. Нам понадобится оливковое и растительное 50 на 50. И зелень. Из зелени укроп, кинза. Все ингредиенты перечислены. Из инструментов нам еще понадобится погружной блендер и пергаментная бумага, в которой мы будем запечатывать. И также вот такая вот штучка. Степлер называется. Все, приступим. В первую очередь почистим рыбу. Разделаем судака на филе. Отделяем филе от ребер. Для данной операции обязательно филевочный нож. Так, одну половинку мы отделили. Вилочкой прижимаем у хвоста шкуру, чтобы не выскользнуло. И от вилки вдоль шкуры филевочным ножом отделяем филе. Вот у нас получается филе такое. Повторим ту же процедуру. Судака я не чищу. Что-то в последнее время мне больше снимаю филе, шкуру и хребет с головой я это использую в ухе. Получается уха очень наваристая. Из отходов только кишки и все. Вдоль хребта проводим, аккуратненько отрезаем, чешую убираем, чтобы на филе не попало. Отделяем мясо от хребта, делаем надрез за плавниками под углом к голове и постепенно вдоль ребер ножом отделяем филе. Вот филе мы отделили. Также прижимаем вилочкой и ножом отделяем мясо от шкуры. Вот у нас получается филе, чистое мясо, шкурка у нас, хребет пойдут в уху, голова тоже. Здесь убираем кишечник, если есть икра или молоки, оставляем их тоже для ухи. У крупных судаков я еще беру печень. И вот на кишках есть внутренний жир, его тоже можно для навара применять. Все, кишки выбрасываем, все, у нас рыба разделана. Данную уберем пока в холодильник. Вечером собирался сварить уху. Как я буду готовить уху, я обязательно покажу вам в следующем выпуске. Сейчас мы нарежем филе и займемся овощами. Филе нарезаем небольшими кусочками, чтобы мы его впоследствии могли уложить в наши пергаментные конвертики аккуратно. Как делать конвертик, мы в процессе приготовления увидим. Это блюдо выглядит красиво, готовится быстро и в то же время очень вкусно. Рыба у нас готова. Сейчас нам нужно сделать чесночное масло для заправки. Масло я обычно заготавливаю впрок. Ну, на данное блюдо нам понадобится не так его много. Я просто делаю сразу, чтобы вам показать. Высыпаем чеснок в погружной блендер, солим, поперчим по вкусу, нальем оливкового масла,
150, может 100. Данное чесночное масло я применяю в приготовлении многих рыбных блюд. Оно стоит в холодильнике, не портится. Перед приготовлением какого-то блюда достаешь обычно его из холодильника, перемешиваешь, и можно пользоваться. Можно использовать растительное, если у вас нету. Я вот как бы добиваю еще растительным маслом. В итоге у нас 300 грамм масла, 150 грамм чеснока. На вкус солим 50 на 50 чеснок с маслом. Рыба вообще очень хорошо сочетается с чесноком и с оливковым маслом. Вот заправка наша готова. Часть мы используем на приготовление данного блюда, а остальное у меня пойдет с запаса в холодильник. Масло готово, приступим к нарезке овощей. Чтобы блюдо смотрелось красиво, желательно использовать несколько цветов. Тогда блюдо будет, во-первых, разноцветное, оно уже будет смотреться аппетитно, и ароматное. Перец нарежем произвольно, такими небольшими ромбиками, ну, чтобы оно не падало с вилки, с ложки. То же самое сделаем с красным перцем и с желтым. Перец наш нарезан. Сейчас уберем его в сторонку и займемся следующими овощами. Лук нарезаем пером, таким не мелким. Лук наш готов. Отправляем его рядом с перцем. Нарежем шампиньоны. Шампиньоны нарезаем небольшими слайсами. Так как блюдо готовится быстро, у нас овощи должны быть альдента, рыбка приготовится, шампиньоны тоже будут готовы. Овощи можно использовать любые, какие вам нравятся. Мы сегодня вот решили остановиться на таком сочетании овощей. А так сюда можно и баклажаны добавлять, можно каких-то овощей больше добавить, каких-то меньше. Как вы любите. Главное в этом блюде у нас рыба, заправка, а овощи идут как уже дополнение. Цукини тоже нарезаем такими небольшими кусочками. Также я готовлю вместо рыбы морепродукты таким же образом. Получается тоже очень все вкусно. Так, цукини у нас нарезаны. Возьмем стебель сельдерея. Снимем с него жесткую часть. Сельдерей в этом блюде, он придает свой аромат. Его нарежем такими небольшими слайсиками. Мягкую часть. Сразу такой аромат пошел из сельдерея. Стебель сельдерея больше нам нужен для аромата. Еще нам нужно нарезать зелень. Зелень нам нужно небольшое количество. Тоже для аромата. Взяли мы из зелени укроп и кинзу. Вы можете взять петрушку. Можно использовать базилик, тоже очень вкусно. У нас базилик в этом блюде будет сухой. Все наши ингредиенты подготовлены. Сейчас мы приступаем к запечатыванию конвертов и запеканию. В первую очередь сюда у нас пойдет столовая ложка чесночного масла, на которое мы выложим рыбу. Выкладываем филе судака. Я думаю, вот так вот будет достаточно. Присолим, немного поперчим. Вот тут уже в произвольной форме. Немного сельдерея, немного цукини, немножко шампиньонов,
лучка. Можно использовать красный лук, тоже красиво смотрится. И перец болгарский. Очень сильный аромат сельдерея, овощей, чесночного масла. Так, добавляем сладкий чили поверх. Он придаст нашему блюду небольшую пикантную остринку. Чуть-чуть соевого соуса, буквально пол чайной ложки. Несколько помидорок черри. Все это еще посолим, поперчим, посыпем орегано сухим и базиликом. Сверху немного зелени. И можно еще чуть-чуть чесночного масла. Блюдо получается вкусное, диетическое и очень красивое. Сейчас берем и запаковываем наши конвертики. Складываем конвертик с двух сторон. Берем степлер, запечатываем. На пергаменте мне вообще нравится готовить. И духовка чистая, и противень мыть не надо. И ароматы из данного конверта никуда не деваются. Все, наш конвертик готов. Сделаем все то же самое с остальными конвертиками и отправим их в духовку. А потом мы вернемся, как все запакуем. Мы приготовили наши конверты. Из данного судака на 1,650 кг у нас получилось 3 конверта на стандартном противне. Сейчас отправляем их в духовку при температуре 250 градусов на 10 минут. Прошло 10 минут. Наши конверты готовы. Будем пробовать. Ну что, пробуем, друзья. Что у нас получилось? Как выглядит аппетитно. Овощи как надо, аль денте, вкус чесночка, грибочек сейчас попробую. Грибочек приготовился как надо, рыбка. Судачок нежнейший. Все очень вкусно. Пробуйте приготовить данный рецепт. Уже за кадром хотят это все съесть у меня. Друзья, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Всем буду отвечать. Приготовьте данное блюдо. Я думаю, вы не пожалеете. Удивите друзей. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Ждите новых видео. Ну, а у меня тут дела образовались. Как вкусно. До свидания, друзья.